Всем привет, друзья! На связи Александр Игнатов. Совсем недавно на своем почтовом ящике я обнаружил очень интересный сайт, которым хочу с вами поделиться. Наверняка каждый из вас когда-нибудь проходил опросы на YouTube перед тем, как запускается видео, они появляются, либо на каких-то других сайтах от крупных рекламодателей, за прохождение которых вы должны получать вознаграждение. Но очень часто от вас это вознаграждение утаивают. Итак, вот, собственно, как выглядит этот сайт. Ссылка будет в описании. Сайт называется работайдома.ру. Вот, собственно, мне говорят о том, что за то, что я проходил эти тесты, мне предназначается вознаграждение. И это правда, я вообще очень люблю проходить все опросы на YouTube, ВКонтакте и на других сайтах. Ну, давайте посмотрим. Ого, ничего себе, сумма довольно немаленькая. Я даже удивлен. Но на самом деле это в какой-то степени логично, потому что я очень часто прохожу опросы вот как раз-таки для таких вещей. Так, что ж, давайте попробуем тогда вывести эти деньги. Будет возвращена. Для выполнения операции вывод войдите в аккаунт. Ну, давайте войдем в аккаунт. Система авторизировала вас и отменила авторизационный платеж. Угу. Так, смотрите, здесь нам говорят о том, что перед тем, как мы получим это вознаграждение, мы должны будем оплатить комиссию для вывода этих средств. То есть элементарная комиссия, которая есть во всех банках при выводе или переводе средств. Давайте. Так, электронные кошельки. Вводим сюда свой номер. Закрепить реквизиты. Так, я так понимаю, сейчас нас подключают к платежной системе. После этого мы произведем комиссионный платеж. И наши деньги будут выведены туда, куда нам, собственно, и удобно. Подождем загрузку. Двумя частями в течение 10 минут. Да, вот, собственно, и наш комиссионный платеж. Давайте оплатим комиссию. Так, здесь нужно выбрать способ оплаты. Пусть будет Яндекс.Кошелек. Сюда нужно будет ввести свою почту. А сюда ваш телефон. Переходим к оплате. Угу, 436. Так, сейчас я войду в свой кошелек, его я показывать вам не буду. И с вами мы вернемся уже после того, как мне перечислят деньги. Дело в том, что это, насколько я понимаю, не моментально. Придется подождать где-то от 15 минут до часа. Итак, снова здравствуйте. С момента моей оплаты комиссии и до момента, как вывели деньги, прошел примерно час. Собственно, вот скриншот с моего телефона о том, что я сначала оплатил эту комиссию сайту. Причем две комиссии. Там есть некоторые вещи, которые помогут вам быстрее. То есть то, что мне вывели деньги за час, это еще довольно быстро, так как я платил дополнительную комиссию 994 рубля. Вот смс-ка о том, что мне переведены деньги. Это, собственно, сам пришедший платеж. Ну и я, недолго думая, сразу перевел их на Киви. Вот такой вот, друзья, легкий способ. Если вы проходили опросы, смело заходите на этот сайт и испытайте свою удачу. Всем спасибо, пока!